Халі вара чиретлі шырва булат бар. Ибір хамра тебе аніне, ылдан ду я тебе чун чарерін саламлат бар. Ширіп сывлах, іксілмі дзілі, канлі ватлах сунат бар. Ырыгым ылба саламлат бар. Ыры вахат тілне болдар хақлы күрағанзем, ибір ырыгым ылба кларма бұшлат бар. Шүргіне шетіне атпа бұрнеде тебір хучен саламладып. Ипиндел кулымырзэмбе ере даврары юркерстене ирлдерер, шурхи сэмгер тюбере будар, тулыгым лба бурнар, бурнеде ыр сунца саламзэне пушлар. Кашныгон кашныга шазымрах, а тебе анне, шугалмащы кушран, остын барза, терес шулгадарца пырадарезер яланах пулышса. Шактав змахизэмбе пушлащы, черетлі жырыва. Перінчі жывых шыннам, мажарам, атте, азатте. Сандерверы райынчі хурагасы ялінчі бурнаган Иван Андреевич Андреев шакунсенчі хэйн палла кунне, юбилейне палла даваць. Вэлшіт мэль біллек шулдул дараць. Вэлшынер бүш ялінчі пінде дагаршар херэхміш шулда пужу ехэн вунватамашынчі журална. Шымьере віжылылдан чікэжін не болна, ачалахі пэрреді шымыл пулман. Аршывар жыра паттырым пүшнехуна шавынба да нумай еварлық ачысем шіне дейінне. Пінде дығыр жыралы жетчімір шулда шур жылды шетчіміш класлы шкула врензе бідерне хүшін ураба шуна сталаган мастерскойне ішлеме варна жад. Ондан чугун шул туна шырекам самыл путевкебе ішлеме тухса гаяд. Кайарах шофера врензе духат, вахат шіцы совет шарне гаяд. Пінде дығыр жырут мылвіше, утмылтым шылзінче германче, Дрезден хулы байдынче хисметредана. Хыне ыры ене бегдартны бе, частри хизеп кінегіне кеме тивішлі бұлны. Тыван дене даврынзан шуршыл ферминче заведуйші бұлза ішлет, малала далпынза совет па парти шкулінче врінце духать. Хурагасы совхозінче, парти комитетінч секретарінче, тіп агрономра тада директор шуме бұлза ішлет пірінче живықта юратны жын. Унданах тивишликанова духать. Шакшы малмарыш сэнче терлі хизеп грамоты зэмбе, тада медаль зэмбе числанына. Тыван ялдиш хизеплеть Ивана Андреевича. Халі девізем аннебе Галина Григорьевна байыккежа яланхиллех пірбірне анланза, пулышса херіхшіче шул пірле бурнаща. Ватлах пузать пулинде пірреде ахальнармаща, Пыл хүрче әртідейші, чүхче пықса жіндерейші. Бақча жімеші панулмі сәді күш тұлы езет. Ибір ажызе майбурдарынақ юнажар бұлматыр жатпыр. Ибір візіне бұлы жатпыр, візім вара пере бұлы жатшы. Ибір хамыра тебе савынатпыр, мұқтанатпыр, шіріп сылық телейзынатпыр. Унран теслі хілзе бұратпыр. Салам лагайынзем Мажыры Галина Григорьевна, ывылезем Григорий Бандрей, кенезем, манукезем, таванезем, тада бәтім ял еш. Ну,
бар. Ах, атежем, санба мухтанат бар. Ах, атежем, испуришен турат авдават бар. Ну май, шул бурын ма, ырлых сыллых сунат бар. Тетушка любимая, позвольте вас поздравить с днем рождения. Искренне хочу вам пожелать радоваться жизни, все плохое прочь отправить, всю любовь свою, как раньше, близким даровать. Несколько дней назад, 11 марта, Нина Сергеевна Громова отметила свой день рождения. Следующие теплые слова мы хотим преподнести ей. Наша тетя, ее девичья фамилия Шоркина, родилась в селе Байгулово Козловского района. В своей большой семье выросла она трудолюбивой, терпеливой девушкой, хорошей хозяйкой. После окончания школы Нина обосновалась в Чебоксарах, где встретила своего супруга Николая Михайловича. В этом крепком семейном союзе появились на свет два замечательных сына. Ныне они уже взрослые мужчины. Любимая тетя, хотим поздравить вас с днем рождения и сказать спасибо за то радушие и гостеприимство, которое можно всегда найти у вас дома. Приходя к вам, всегда чувствуешь тепло и уют домашнего очага. Сердечно желаем вам оставаться любимой женой и матерью для мужа и детей, и ласковой бабушкой для внуков. Пусть в вашем доме долгие годы горит огонь любви и взаимопонимания. Дорогая наша тетя Нина, примите от любящих вас людей искренние пожелания здоровья, семейного счастья, благосостояния. Пусть радость живет в вашем сердце, а любимые люди будут опорой в каждом начинании. С поздравлениями, многочисленная родня, супруг, дети и внуки. Нежную, скромную, милую, как мне тебя величать? Нежную, скромную, милую, как мне тебя величать? Нежную, скромную, милую, как мне тебя величать? Thank you.
Ира гондельне пулдар пирен саламла ширвайльзе вулама. Ибер юратнышынна Нина Петровна Петровна салам замахисем шидерме васкатпар. Шакс Максимбе пушлана черетле ширва. Шабахпайын хегон мардын вынватымышынче, пинде дыхаршыр алуултымыршылда Шубашкар районинче, макшын ялинче чиберхер Нина Шютинчене келне. Нина Петровна истечце хер булзан канаш хулинче медицина училищинче врензе духать, Шубашкар районинче больницына эже вырначать. Алексей Михайлович папалашса, пинде дыхаршыр шитмылзакырмышылда шемье жаврайшы, Шербю районинче тебе касы ялинче пурынма бушлайшы. Юраду хужаланын шемьере вижа ача перевылба иге хер журалаща. Нина Петровна шербе хулынче больницара нумай шу вайхурать. Волхайын юратна ишни яланах пельзедывать. Смахпада лапландарса сыватма булдарать. Шаванбада пирынь анине іште жызымде, черлеген земде хизеплеща, ыры смахпа кына азынаща. И бирде анине пиде хизеплеть пір, юрадат пір. Валбирын ларадыра білменскер, важават, мотор. Юратны мажырым, хизепле анешым, хакла азанне, тада кугамай. Шуралны гун яжібе ширіп сывлых, хастарлых, нехыжан ексілме вайхал, шемьере юраду бакележі, телей сынат бар. Мыну кезен жуджи ешланзах бұдыр. Эшреші днюзем үсех бұдшыр, чунравара лыпкалых, шулузым яланах тагырда аңлы бұлчыр. Юлдаш зембе, тыван зембе, ырышын зембе пуян бұл. Елгі лұба пере савындарза бұрын, чи черерен духаган смақсыне шидерме васқайшы, чи живықта юратна шын Нина Петровна батне мұжыры Алексей Михайлович, ажызем Юра, Лена, Таня, Киня, Алена, Кервежі Саша, мұнугізем Артем, Рома, Сергей, тада шымен чи живық туставаня Людмила. А тебе, Анне, юратман булза, везем бер-берне. Курашу чеветь, и вся курна жа, та вдова в селе. Пуже матайза, курашу чеветь, и вся курна жа, та вдова в селе. Уже матайза. Тель был ман булза, можарам сана. Килеш мене булза, бержил ба утма. Илде щук чеветь, аджа за сыне, чевель джегеш век, чевель детние, и где щук чеветь, аджа за сыне, чевель джегеш век, чевель детние. Шукаркам байли, тель бурман булзан,
бити пи, Бахачихи бей, Шутнар, Рамбали. В нашей программе очередное поздравление для сотрудницы детского сада номер 16 города Чебоксары. От всей души поздравляем нашу Надежду Петровну Сидорову с днем рождения. Она родилась 11 марта в деревне Сидели Батыревского района. После окончания филологического факультета Чувашского государственного университета начала трудовую деятельность учителем в Первомайской средней школе Батыревского района. Переехав в столицу республики, продолжила работу преподавателем в Чебоксарском электротехникуме связи. Получив второе высшее дошкольное образование, Надежда Петровна по сей день трудится воспитателем в детском саду города Чебоксары. Свою заботу и любовь она отдает самым маленьким жителям нашего города. Нам повезло, что в нашем коллективе трудится такая замечательная женщина. Искренне желаем вам подняться на вершину карьерной лестницы, так как вы действительно этого достойны. С мужем Юрием Петровичем они воспитывают двух сыновей и Лапочку-дочку. Желаем вашей семье радости, тепла и улыбок, взаимопонимания и уважения с супругом. Также желаем счастья, здоровья и любви. Примите, дорогая Надежда Петровна, наши самые теплые поздравления с днем рождения. Пусть будутся ваши сокровенные желания, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножатся мгновения радости и любви. Желаем, чтобы удача, успехи и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие в вашей замечательной жизни. Сегодня все самые искренние поздравления звучат в адрес именинницы от любимого супруга, детей, родственников и всего коллектива детского сада номер 16.
Савани, савани, стоятана жи. Суирла мия лана, чудова санабана. Савани, савани, стоятана жи. Суирла мия лана, чудова санабана. Савани, савани, стоятана жи. Суирла мия лана, чудова санабана. Тебір хучен зере шуралны көнірзімбе саламлат бір. Сывлық, тілей, варым көншіл сынат бір. Езірде күрағанзым шивық шынырзым бәдіне шағын бек барыне шидерме васқыр. Саламлы жүрізіне шағадырс бай шидерір. Жұбашқар хулы Ленин проспектші, вон белегіміз шүрт. Перінбеші ғынмалы телефон ұтмылдватта, вон бір, вон бір. Шағын бабайын хегіларма бішлет бір. Сере бұрнеде ұрыне ғына сонса сыв бұлажат бір. Тепреділ бұл үтчен, чебер елір.